Все записала. Запрос в полицию нравов, в отдел по розыску пропавших без вести и в районное управление. Пока все? Да. Так, ну что, по пропавшей девочке все понятно. А что по стрельбе? Морган молчит? Молчит. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Неуплата налогов, сокрытие доходов. А совсем скоро, может быть, что-то посерьезнее выплывет, а? Вы ничего не перепутали. Я в органах никогда не служил. В смысле? В смысле, я читать умею. На входе написано УСБ, а не УБЭП. Никакой путаницы нет. Просто мы даем вам шанс. Интересно, на что шанс? И чем я этому шансу обязан? Шанс остаться свидетелем. А обязаны вы тем, что приоритетом нашего расследования являетесь не вы. Ну, это я уже по задержанию понял. Если бы я был вашим приоритетом, лежал бы уже в больнице, да? И о ком разговор? Министрам я взяток не давал. Генералам вроде тоже. Ну, генералы и министры — это не наш уровень. А вот полковники и капитаны, они поопаснее будут. А знаете почему? А вы давайте, удивите. Потому что голоднее. А поэтому беспринципнее. Андрей Павлович. Что случилось? На ГУВД напали мирные горожане? Марсиане. Значит так. Вот этот тип увел Виту Багрицкую из клуба. Так. Вот этот покупал лекарство в аптеке, которым была отравлена жена убитого охранника городничего. Ну. И вот этот заказывал стрельбу самого городничего. Зиги? Гордиенко уговорил вас и Ласкарева завладеть землями в Основьянском районе. С этой целью он сфабриковал дело против гражданина Топорищева о нападении на главу администрации Городничего. Далее простая милицейская комбинация. Топорищев в тюрьму. Вы с Ласкаревым завладеваете землей, а Гордиенко получает долю от ее реализации. А в Городничего тоже Гордиенко стрелял? Ну, Гордиенко или вы — это вам решать. Как вам нравится такой вариант? А мне нравится вариант, когда вы оба в детстве от свинки умерли. Зря. Очень зря. Мне звонил один верный человечек. УСБ и УБЭП планируют принять тебя. Якобы ты, твой бандитский друг Чентурия и Ласкарёв хотите сфабриковать дело против Топорищева и захапать землю. А вот ты планируешься там главным. Польщён. Только это полная чушь. А ты бы хотел, чтобы тебя обкладывали по-честному. Да нет, я бы вообще не хотел, чтобы меня обкладывали. Ну, тогда ты не там работаешь. Ты и живешь не там. Ну, как говорится, родину не выбирают. Было бы неплохо, чтобы кто-то дал показания о частых встречах Гордиенко с Ласкаревым. Дадут. И о прошлых криминальных связях Гордиенко и Чентурия. Какой-нибудь старый опер, который расскажет, что он хотел их прищучить, а ему дали по рукам. И вынужден был уволиться. Сделаем. Есть у меня один парнишка на примете, перспективный парень. Раньше работал на Гордиенко. Как насчет того, чтобы он дал показания о том, что он ушел? Не в силах противостоять коррупции. Ты должен срочно уехать. В какой-то статье? Чентурия арестовали. Задержали сегодня утром. Твое задержание — это вопрос суток. Надо выиграть время.
Я попробую договориться с Киевом. Использую генерала Багрицкого. Уж он-то явно не захочет, чтобы дело его пропавшей дочери умерло. А ты? Ты, кажется, кого-то хотел отправить в Киев. Ну, в Киевскую область, где проявились пальчики нашего маньяка. Вот себя и отправь. У них начальник охраны Воронов. С ним нужно работать пожестче. Его сын тоже в деле. Вам понятно? Работаем, ребята! Пятый первому. Возьмите, придержите его справа. Понял. Черт. Все новое, хорошо забытое, старое. Алло, мам. Слушай, если кто-то будет спрашивать, скажи, что я в командировку уехал в Мукачево. Ну, так получилось. Да нет, все нормально. Как отец? Хорошо. Ну все, давай на связь. Пока. Нет, ну ты будешь говорить или нет? Я вам еще раз повторяю. Кровь охранника не на мне. Я был просто водителем. О том, что планировалось убийство, я даже не подозревал. Это мы знаем. Задача была попугать чиновника, да? Не, так дело не пойдет. Это уже в той или иной степени соучастие. А я вообще ничего не знал. А вот Рональдо, который сипливый, говорит, что знал. Рональдо попросил меня подбросить к администрации. Я подбросил. А когда все началось, я просто испугался. Тачка в угоне. Не знаю, это тачка Рональдо. А че это он тебя попросил водителем? Сам, что ли, не умеет? Сказал, что вчера бухал. Боялся, что гайцы остановят. Нет, ну ты посмотри, какая отморозь. Охреневшая, а? Ты попросил временно подумать. Зачем? Чтобы нам эту пургу угнать? И ты думаешь, я должен в это поверить? В эту хрень? Я хочу, чтобы мне поверило следствие. Поверило и вывело свидетелем. Когда вы его об этом попросите. А с чего ты взял, что мы его будем об этом просить? А с того, что я дам вам адрес парня, который нас нанял. Зигги. А откуда он адрес знает? Когда Зигги принес им аванс, Морган аккуратненько проследил за ним. Довел его до самого дома и клянется, что тот там жил. Димка только что разговаривал с Рональдо, и тот согласен опознать Зигги. И пойти наочно. Слушай, Андрюха, может, выведем Моргана из дела свидетелем? Ну, хорошо. Только он должен опознать Зигги. Пусть скажет, что видел его с Рональдо, хотя бы будут косвенны. Все, давай, до связи. Добро. Угу. Пока. Ну что, мелкая? Сейчас. Алло, Саш. Бернацкая из Убойного. Слушай, Основянские и Слободские прислали справки, а Холодная гора не чешется. Слушай, ты можешь их там попинать по дружбе? А то я следующий труп на них повешу. Хорошо, спасибо, Саш. Расслабься. Я думаю, мы скоро возьмем этого Зигги. И он у меня разговорится. Знаешь, мелкая, я куплю тебе мороженое. Вот когда возьмем, тогда я расслаблюсь. И вообще Андрей Павлович говорит, что в нашей работе существует только прошлое и настоящее, а будущее достаточно условно. Это так, разговоры в пользу бедных. Опять этот Гордей. Везде этот Гордей. Он даже в командировке меня через тебя строит. Кстати, а мороженое я не ем. Хорошо.
Я куплю тебе лимонад. Лучше виски. Маленькая еще. Дело в том, что Гордиенко постоянно требовал с меня деньги. У нас в отделении было заведено, что с каждого дела ему нужно было отдать 30%. Как это? Ну, я должен был потребовать у потерпевших деньги за работу и долю отдать Гордиенко. И если потерпевшие отказывались платить, то автоматически долг повисал на мне. Ну и Гордиенко тогда говорил, что я не умею работать с людьми и что не умею их прижимать. Вот как? Угу. Ну, хорошо. Там, в кабинете напротив, вас ожидает следователь. Вот ему, пожалуйста, все это повторите под роспись. Хорошо. До свидания. Хороший паренек. Перспективный. А то. Да я понял. Понял, говорю. Давай. В хате все тихо. Похоже, нет никого. Замки простые. Может, по-наглому? Что тебе все по-наглому? Хозяин есть. Вилков Ефим Данилович, 60-го года рождения. Инженер мелкой компании. 60-го? Чуть староват, не наш. Так может, наш у него квартиру снимает? Откуда ты знаешь? Может, родственник? Может, и родственник. Ладно, пошли хату смотреть. Погоди. Нужно Фомку взять. Не торопись, мамыш. Зачем Фомка, когда есть? Тебе нужно было домушником стать. Так я ведь так и хотел. Ну, сел у телевизора, а там лейтенант Жеглов так укоризненно на меня глянул. Сбил меня с пути истинного. Идем. Чисто? Чисто. Даже щетки зубной нет. Свалил. За простяк. Ладно, пойдем. Пойдем. Стоп. Знаешь что? Что? Надо хозяину позвонить. У него хату вскрыли, он даже не чешется. Пусть скажет, что украли. Да. Как же вы так неаккуратно, а, Ефим Данилович? Ни сигнализации, ни двери нормальной. А зачем? Я ее сдаю. А это уж жильцу. Пускай они заботятся. Да что-то не видать, чтобы там кто-то жил. Да вчера только съехал. За 3 месяца заплатил, а прожил всего-навсего 2. А что за жилец? Да обыкновенный себе, нормальный мужик. Имя, фамилия? Кирилл. А вот фамилию не помню, не знаю. Как же вы так квартиру сдаете неизвестно кому, а? Ну почему неизвестно кому? Мы с ним в одну качалку ходим, там и познакомились. Он мне наперед заплатил. Качалку? Да. Что за качалка? Да обыкновенная, Лизяки, на Конном. А, возле Конного рынка, да? Да, вот решил так немножко форму себе. Кстати, заметно. Вот тебе тоже нужно подкачаться. Чья бы корова мычала? Бери пример. Вы куда? Дверь взломали. Надо же как-то там заявление написать, что ли. Да. Это я. У нас все нормально. Идем по следу. Как ты? Тоже нормально. Человек, который мне нужен, будет только завтра. Ну так ляг, поспи, и все пройдет. Я бы сейчас с удовольствием сам бы так притопил часиком 10. А что по Давиду слышал? Ну, с этим не очень хорошо. Его поместили в изолятор СБУ. А, да, кстати, Ласкарев тебя искал. Оставил номер для связи. Запишешь? СМС-ки пришлешь. Давай.
Ваша жена, господин Чентури, является директором трех филиалов вашей фирмы. Ее подпись стоит на всех документах, которые предоставляются в налоговую. А это санкция суда на ее арест. Мы можем воспользоваться ею по полной. А можем счесть, что эта мера слишком сурова. И вам решать, господин Чентурия, кто вам ближе, ваша жена или, быть может, Гордиенко. А сколько вашей доченьки? 2-3 годика. А найдутся родственники, которые смогут позаботиться о ней? Ведь вашей жене 10 лет дадут. Не, ну, есть похожая, только неточная копия. По фамилии не помню. У вас фотография в базе есть? Есть. Проверьте. Он что-то натворил? Натворил. А сколько у вас абонемент стоит? Ну, у нас разные формы есть. Есть на год, есть на месяц, есть на полгода. И, в принципе... А, вот он. Загорский Кирилл Сергеевич. Телефон, адрес. Адрес липовый. Почему? По этому адресу баня зарегистрирована. Ты помнишь, мы в прошлом году туда на тройное убийство ездили? Точно. А часто он зал посещает? Нет, давно его не видел. Девушка его ходит, а он как-то забросил. Девушка? Какая девушка? Ну, она же его и привела. О, прекрасно, прекрасно. Вот теперь внизу подписано собственноручно и... Да знаю я. Конвой! Уведи! Вот теперь все нормально. Готовь обыски по Гордиенко. Есть. Здравствуйте, Алексей Игоревич. Да, у меня хорошие новости. Завтра берем Гордиенко. Отлично. Я лично поучаствую. Лора в турфирме работает. Весь день сидит. Поэтому старается регулярно ходить, заниматься собой. Молодец. Что ты скажешь? У нас больше ее молодой человек интересует. Кирилл? Да, Кирюша. Ну, он реже ходит. Я его давно не видела. А они еще вместе? Ну, девчонки же любят иногда обсуждать подобные темы. Ну, конечно. Он у нее живет вообще, там дело к свадьбе идет. Она поэтому и старается следить за собой, за формой. За формой — это хорошо. А что вы о нем знаете? А он что, преступник какой-то? Нет, что вы. Так похож на одного мошенника. Вот мы его и проверяем. Что вы делаете? Да я о нем ничего не знаю. Ну что, он запчастями занимается. В командировках часто бывает. А вообще он хорошенький. Симпатичный. Хорошо, когда хорошенький. Угу. Хорошенький – это хорошо. Скажите, а у Лоры когда следующая тренировка? Завтра утром. Она вчера записалась. Ну, вот и хорошо. Спасибо. Спасибо. Не за что. Кто там?
Управление собственной безопасности. Что-то случилось? Что-то с моим сыном? Именно. Что происходит? Прекратите немедленно! Так, адрес этой Лоры у нас есть, но думаю, лучше выставиться за ней завтра. Сегодня, боюсь, мы ее можем спугнуть. Согласен. Нужно действовать наверняка. Только где мы так быстро наружку пробьем? Андрей в Киеве. Кружилин черти где. В Верегину не пойдешь, а к Гунько не хочется. Ну что ж, придется вспомнить молодость. Тряхнуть, так сказать, стариной. Вспомнить район. Одно плохо. Ты. Уж больно ты какой-то красивый. Такого трудно не заметить у себя за спиной. Не, ну я тоже чертовски красивый. Здорово, начальник, у себя? А вы из ОСБ? Нет, я из Харьковского ГУВД, у меня появились общие интересы. А что, трясут? Да никаких денег на них не хватает. Проходите, Иваныч у себя стресс заедает. Понял. Пирожок будешь? С сосиской. Жена пекла. Ух, что тебе сказать про это дело? Если честно, даже вспоминать противно. Почему противно? Если б не этот урод-следак, мы бы этого козла прищучили. А он взял в последний момент все и развалил. А что, был подозреваемый? Было три подозреваемых. Осталось выбрать было одного. Последней жертвой была Ирина Зайченкова. Приехала из Бердянска, снимала в Буче комнату. Домой ездила последним автобусом. Вот за остановкой ее и нашли. Избитой, изнасилованной и задушенной. Угу. Собаки взяли след и привели нас на турбазу Плёса, где эти трое рыбаков и проживали. Поскольку тело нашли быстро, биоматериала для генетической экспертизы было предостаточно. Осталось только взять их у подозреваемых. Так этот дебил в последний момент все и похерил. Упаковал вещи убитой и весь биоматериал в полиэтилен, где все изгнило. И где только этого Ласкарева учили? Как ты говоришь, Ласкарев? Да, Ласкарев, следак из прокуратуры. Он после этого дела уволился и подался в бизнес. Я даже где-то читал, что олигархом стал. Сволочь. Хм. Так вы говорите, не знаете, где ваш сын, да? Вам проще. Позвоните ему самому. Ну, я бы позвонил, если бы знал, куда. А что это такое интересное, не подскажете? А, это моя статья об авиационных двигателях. Военных? Почему военных? Я работаю в гражданской авиации. А почему тогда статья на иностранном языке? А, потому что я работаю за границей. За границей. А вот это просто замечательно. Вам придется проехать с нами. Слушай, вы этих подозреваемых прокатывали? Пальчики в картотеке остались? Да, пальчики откатывали. Надо в деле посмотреть. Сейчас уже не помню. Просто у нас один пальчик выскочил, и к оппозиционке есть. А начали пробивать по базе, она выдает неустановленные лица с места происшествия. Может, сбой какой? Может. В этом деле 7 томов. Тебе нужен третий. Слушай, посмотри. Этот похож на вашего подозреваемого? На подозреваемого он вряд ли похож. Это Кирюха Загорский, мой тогдашний напарник.
Вот он. Вообще, мутный был чувак. Он, кстати, тоже потом уволился. Ну что, ярко выраженный тип насильника-садиста. Как следует из материалов дела, все жертвы перед смертью подвергались избиению. Ну, видимо, это часть процесса, которая способствует возбуждению преступника. Асфиксия же является финальной фазой всего процесса. То есть он достигал наивысшей точки удовлетворения одновременно со смертью жертвы. Ой, какой ужас. Самое худшее в нем, так это то, что он никогда не остановится. А Горденко где? В командировке. А почему я не знаю? И где же? В Мукачево. А кто разрешил? Кто оформил? А я откуда знаю? Понятно. Это сотрудники УСБ. Они проведут обыск на рабочем месте Гордиенко. И в вашем кабинете тоже. Пожалуйста. А где все остальные? На территории. Понятно. Яркий, административно-деспотический тип. Склонный к интригам. Вкупе с алчностью и мстительностью. В самую точку, Мария Евгеньевна. В кабинете обыск. Шу, опять? Да, опять. Ника разговаривала со специалистом по маньякам. И та сказала, что наш клиент кончает только тогда, когда кого-то убивает. Фу, какая мерзость. Странно. Что странно? Что Лора это еще жива. Мне кажется, у них не только дружеские отношения. Ну, как говорит Андрей, поймаем, спросим. Ну что, за ней? Да. Так что, может, домой вернемся? А работа? Никакой романтики, а? Ладно, я побежал, шеф ждет. Пока гестапо обыскивает наши шкафы и столы, мы работаем. Андрюха, Ника нарыла, что наш клиент Зиги – маньяк. Удовлетворяется убийствами. Но скоро это чудовище удовлетворяться не будет. Больше он никого не убьет. Через 5 минут мы его возьмем. Берите. Только, по-моему, он не маньяк. Везите его ко мне на квартиру, Тоня знает адрес. Я лечу к вам. Да ты что, Андрюха, тебя возьмут по дороге. У них наверняка ориентировка по всем постам. Не переживай, я умею обманывать систему. Давай. Гордей летит к нам на крыльях любви. Опа. А это еще кто? Берем. Погоди, а как же мент? По обстановочке. Опа! А что это у нас тут делает сержант Букин? Так а в чем дело? Руки на виду, я сказал! Ключи от машины. Быстро. Заднее окно открой. Руки на панель. Оба. Автомат? Дружище, ты поаккуратнее с ней. Машина зверь. За 3 часа до Харькова доезжает. Да и номера, в общем-то, непростые. Ни один мент не остановит. Знаю, потому к тебе и пришел. Ты мою припрячь у себя в гараже пока. Так, не в первый раз, друже. Спасибо.
Счастливо. Пошли. За три, говоришь? За 2,5. Товарищев перевел первый транш. Каждому из нас. Отлично. Отлично-то отлично, но что с Ласкаревым? Пока загасился. Мне кажется, он сейчас в Киеве и ищет себе защитников. Да нет, здесь сидит. Но меня больше волнует Гордиенко. Да за Гордиенко не беспокойся, расслабься. У меня на него сегодня появился такой суперкрюк. Сам придет и сдастся. Что-то я сомневаюсь. Не сомневайся. Добрый день. Алексей Игоревич. Приветствую. Ну что, взяли? Пока нет, но с вашей помощью непременно возьмем. И что это? Статья его отца об авиационных двигателях. Гражданская авиация. Но мы оформили как военные. В свете последних веяний сойдет за распространение информации, наносящей вред государству. И что? Обменяем Гордиенко на отца. Гордиенко сдастся, отца выпустим. Нет. Он сдастся, а отца не отпустим. Я сотру даже память о Гордиенко в этом городе. Правильно. Здравствуйте, Андрей Павлович. Слышал я, что у нас с вами общие проблемы. Значит, выбираться мы из них будем вместе. Ошибочка, Алексей Иванович. Проблемы у меня. А у вас их в ближайшие 100 лет не будет. Я не понимаю. Наручники надевай. Давай, мне одним эпизодом больше, одним меньше, все равно. Вот туда на ручку крепи. Вот так. От машины отошли. Да я не знал ничего. Кирилл, он с Лорой живет, сестрой моей двоюродной. Позвонил, попросил подвезти, потому что выпил, боялся, что права отнимут. Да. Выпившему автомата не резон возить. А про этого бандита на заправке тоже он подсказал? Да нет, это вообще случайность. Я ж показания давал. Я требую адвоката. Я вообще не понимаю, где я нахожусь. Чистилище. Сюда адвокатов не пускают. Все твои адвокаты в аду. Там ты с ними и встретишься. Слушай, не надо мне кошмарить. Я сам бывший опер. Ты бывший человек и будущий зэк. Вышка у нас отменена. Но такие маньяки, как ты, на зоне долго не живут. Звездец тебе, Загорский. Тебя опознает Рональдо, тебя опознает Морган, тебя опознает подруга девочки, которую ты увез, убил и тело спрятал неизвестно куда! Но сейчас мы тебя отпускаем, чтобы папа девочки, боевой генерал, сам решил, что с тобой делать. Я никого не убивал. Не ври мне, сука! Пошли. Вот сюда. Это и есть его хозяин. Ну и хозяин зверя. Какого зверя? Ты объясни нормально. Могу нормально объяснить.
Эта история началась очень давно, давным-давным-давно. Когда молодой следователь Лоскарев и не очень чистоплотный опер Загорский работали над одним маньяком. Но закончилась эта история тогда, когда они его поймали. А он оказался молодым чиновником, сыном целого заместителя министра юстиции с большим будущим и карьерным ростом. А Городничий, если я не ошибаюсь, в то время работал начальником киевской таможни. И вот тут начинается совсем другая история. Как вы его приняли? Там, в рыбацком лагере, где он отсиживался после очередного убийства девушки? А? Там вы его раскололи. Улики уничтожили, и начался бизнес. Но как же? С одной стороны такой козырь, а с другой крючок. Эту тварь надо было кормить. Вот ты поставлял ему девушек. Сколько вы их уничтожили? Вы ничего не докажете, понятно? В суде нет. Но у меня достаточно доказательств для генерала Багрицкого. Какого Багрицкого? Вы его дочь убили. В клубе сняли и убили. Зачем она обманула? Работница птицефермы, сама из Броварова, папа алкоголик. Фуфло. Предлагаю перейти на деловые рельсы. Сколько? Предложение отказано. Так, слушаю. А, вызывай спецназ. Не в этот раз. Не отмажется. Не та ситуация. А вопрос по отцу с СБУ я решил. Они с тобой свяжутся. Так, я выезжаю. Городничий, благодаря своему отцу, очень бодро подымался по карьерной лестнице. Дослужился до начальника киевской таможни. Потом, видимо, почувствовал запах жареного и перевелся. Лоскарев его какое-то время удерживал на коротком поводке, периодически подкармливая через Зиги. Кстати, Зиги и прятал тела. Девушек выбирали таких, чтобы никто их не искал. С дочерью генерала Багрицкого получилось случайно. Она любила представляться девушкой из простой семьи. Игра у нее такая была. Вот она ее и погубила. Но покушение на Городничего устроил Лоскарев. Он решил зачистить охранника Городничего, который видел одну из девушек на квартире, а потом увидел ее же в ориентировке о пропавших без вести. Заодно и жену, полагая, что он мог ей что-то рассказать. Убивал Зиги, он, кстати, в признанке. Так, а это запись его показаний. Заодно Лоскарев решил убрать своего конкурента Топорищева. От имени Топорищева нанял людей, дул им в уши информацию. А когда они выполнили дело, слил их нам через своего без пяти минут Шурина, сержанта. Кстати, я думаю, что сержант этот в теме был, потому что задержали их сумкой оружия. В общем, я думаю, что целью был Топорищев, но докручивать эту версию не было времени, да устал очень. Да. Дела. Я знаю, что Давид Чентурия начал давать против меня показания. Что его шантажировали через жену и что возбудили уголовное дело против моего отца. Но я хочу Демченко предложить сделку. Я даю ему все эти материалы. Задержанного Лоскарева и Зиги. Плюс они взяли деньги у Топорищева, чтобы свалить Лоскарева. Лучшего варианта у них не будет.
Это же не какой-нибудь рейдерский захват, Лоскарев тут не соскочит. В общем, они получают Лоскарева, зеки и деньги, взамен не трогают меня, мою семью и моих друзей. Ну, допустим. Есть еще Бурляев. Ну, так Загорский, зеки, уже дал показания против Городничева. К тому же у меня есть копия уголовного дела из Киева. Не думаю, что Министерство юстиции станет придавать этому делу огласку, даже если захотят Бурляеву сделать приятное. Просто сольют все на Зиге. У нас это умеют делать профессионально. Да, ну хорошо. Вот только как в Министерстве юстиции узнают об этом? Через генерала Багрицкого. Я оставил ему копию записи. Оригинал взял себе для подстраховки. Так что я думаю, что с минуты на минуту у вас будет Бурляев. Меня он слушать не станет, а вы уж постарайтесь ему как-то это объяснить. Если что, я буду у себя в кабинете. Значит, ты отдал копию отцу убитой девушки, и он все знает? Конечно. Я же не хочу, чтобы маньяк разгуливал на свободе. Ну да. Отойду ненадолго. Да, хорошо. Вы по какому делу? Вы кто? Нет. Это смешная шутка. Там гестаповцы со спецназовцами на лестницах, на коридорах стоят. Боятся, чтобы я в трубу не вылетел. Да. Я кофейку тебе сделаю. Решение проверку в отношении тебя прекратить, по отцу тоже. Что, Чентурия? Отпустят под подписку, а там, как сможет. Городничий. Хотели тихо уволить по состоянию здоровья и отправить в психиатрическую клинику. Но он погиб. Поскользнулся в туалете и ударился головой о край унитаза. Ты знаешь, просто удивительно, как может так покалечиться человек, просто упав в туалете. Живого места не осталось. Бывает. Ну да. Ну да. В министерстве приняли решение расформировать твой отдел. Всех сотрудников вывести за штат и создать новое подразделение на базе слияния районного и городского уголовного розыска. Мне, как я понимаю, там места нет? Эх, Андрей, Андрей. Неуправляемые никому не нужны. Мне предложено предоставить тебе должность в районном УВД, чтобы ты просто ушел.
И вот с этим я поделать уже ничего не могу. Да и хрен с ним. Вернусь и всех умою. Какой ты говоришь район? Родителей не прощу. На войне, как на войне. Когда в спину стреляют, это уже не война. Андрей Павлович, в Немышлянском районе в туалете нашли труп главы администрации. Надо выезжать. Ну, так это же Немышлянский. Не мой район. Я в Основянске.